Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос эксперту». И сегодня в студии для вас Дмитрий Романов. Дмитрий Романов, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», член Общественной палаты Республики Татарстан. Кто принимает решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме? На какие работы могут расходоваться средства фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт? Решение о проведении капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирном доме принимается на общем собрании собственников помещений по предложению товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива, управляющей организации или регионального оператора. Если такое решение не принято, фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора на основании решения органа местного самоуправления, который тем самым берет инициативу на себя. Минимальный размер фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники в которых формируют фонды на специальных счетах, может быть установлен законом субъекта Российской Федерации. Размер начисления на капитальный ремонт на специальном счете собственники вправе установить сами в размере большем, чем минимальный размер фонда капитального ремонта. По достижении минимального размера фонда капитального ремонта собственники вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. Минимальный размер фонда капитального ремонта многоквартирного дома рекомендуется определять как долю от оценочной стоимости капитального ремонта такого дома, включающего все услуги и работы, входящие в установленный субъектом Российской Федерации перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту с учетом уровня благоустройства и технических параметров многоквартирного дома. Минимальный размер фонда капитального ремонта рекомендуется устанавливать в рублях на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме.